Что вообще место вместо штаба? Давайте Челябинск. Пять. У тебя есть шарик? Покажут о магазине нашей художественной зайцы было у нас. Всегда. Мы не можем расставиться, блядь. В этом плане. Понятно, первая игра, где-то нервничать. Маленько успокойтесь. Подборы, ребят, подборы. Много проиграли, подборы хоть. Они всегда почему-то где-то на мяче первые. Пару моментов туда запустил, пришлось догонять его. Есть возможность для удара, бейте. И подача. Мама, подача с фланга. Они все равно, если они вас накрывают, значит где-то у них освобождается человек, значит надо смотреть туда. Вась, завяжитесь, серединки, завяжитесь. У нас защитники начинают атаковать, вы начинаете. Вы как-то постом стоите. Это будет Давид, либо Ваня. Если Ваня продолжился давить, значит его позицию занимать. Давайте, парни. Давай. Дисциплинированно сзади. В обороне дисциплинированно. Ребят, 45 минут осталось. Надо найти моментик. Моментики будут, надо использовать. Обыгрывать там же, не бойтесь. Давай, готовы, пацаны, давай. Пацаны, только такие победы, блядь. Все будет, давай друг за друга. Отвечай! Только победа!
только петь, и только победа! Непростой соперник, очень тяжелый, ребята всегда любят борьбу. Чемпионы наши, все! Все наши!